разворачивается вот здесь вот на нашем пятачке на главном и со всей скорости как бы скрывается, ну, да, в темноте. Скрежет вскрываемого замка среди ночи услышал начальник службы безопасности поселка Вячеслав Мельничкин. Вместе с соседом он решил выяснить, кто ночью затеял работы кувалдой. Подъехавшая машина спугнула воришек. Они умчались в сторону города на машине с выключенными фарами. А второй раз, буквально дня через два после этого, я поехал в дежурство в ночь, поехал на смену и, значит, увидел то, что тоже автомобиль развернулся на главном перекрестке у нас и скрылся, значит, в темноте, без света, без сил. Председатель микрорайона Подсолнухи Камиль Ангел после этих инцидентов решил собрать деньги и установить на улицах камеры видеонаблюдения. Этой дорогой пользуются также жители поселков Рябинка и Азьмушкина, поэтому контроля въезжающих авто нет. Теперь с появлением камер ситуация должна измениться. Воровали практически очень много инструментов. Даже умудрялись вытащить генератор, да, то есть из дома. Приезжали на участок прям средь бела дня, воровали и весь металл с двух участков. Такие инциденты были. Жители поселка Подсолнухи рассказывают, в прошлом году был задержан мужчина, у которого в гараже обнаружили строительные инструменты. Некоторая часть похищенного до сих пор находится в Тукаевском отделе полиции. Эльвира Ермакова, Василий Киселев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».